Вселенная Бластера, просторы всей вселенной для Бластера полны великих приключений, ведь это мощный взрыв. Джесси! Я с другой планеты! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Вселенная Бластера! Эй, Мел! Я компьютерный домашний питомец. Мы летим к Омеге, Омега-мега-мега, ведь это мощный взрыв. Омега-мега-мега, Вселенная Бластера, мощный-мощный взрыв. Бластер во Вселенной. Прятаться негде. Смотри, Джиз, мы нашли гробницу фараона. Смотри, вход закрыт камнем. Этот камень отшлифован, здесь кто-то был до нас. Но зачем им понадобилось закрывать проход? Ну, к счастью для нас, у меня есть ключ. Зубная щетка? Нет, Джиз, это портативный дробитель. Отойди назад. Это взрыв! Ничего себе! Ты только посмотри, это место очень древнее. Ты помнишь что-нибудь об иероглифах? Нам рассказывали на уроке истории, посвященном Древнему Египту. Немного, Джесс. Иероглифы имели свое значение и использовались жителями Древнего Египта в качестве алфавита. Я помню символ собака, кошка и птица. Эй, Джесс, не загораживай мне свет. Я не загораживаю свет и не рычи на меня! Прости, Джиз, но я не рычал на тебя. Я думаю, это означало сюда не наступать. Это нехорошо. Нужно быстро решить, что делать. Иначе мы тоже станем чем-то вроде иероглифов. Не знаю, что хуже, быть съеденными мумией или раздавленным между стенами. Нам некуда бежать, кроме как вверх. Давай выбираться отсюда, Джиз. Да, Бластер! Чуть не попались, Джиз. Эй, что это? Ух ты! Наверное, туристы оставили мусор, да, Джиз? Хочу напомнить вам, Бластер и Джесси, это библиотека Омеги, а не рок-концерт. Простите нас. Тот факт, что наши книги дают вам полное наглядное представление об истории, не дает вам права использовать ракеты внутри инфракамер. А теперь скажите мне, что такого интересного вы вычитали? Поиски заброшенной гробницы фараона? Именно так, мисс Эшеп! Ясно. На правах библиотекаря я надеюсь, что не совершу ошибку, если позволю вам дочитать эту книгу. Вы ведь будете тихо себя вести. Мисс Эшеп, обещаем. Мы остановились на предпоследней главе. Мы обещаем, что будем только шептаться внутри. Ну ладно, продолжайте. Отлично! Мисс Эшеп? Мистер Стенглер! Я пришел посмотреть, что было источником такого шума. Но я вижу, что вы уже обо всем позаботились. Ой, да, спасибо, сэр. Тссс. Прошу прощения, сэр. Что ж, это похоже на успех. Меня повысят от простого библиотекаря до старшего библиотекаря. И в один прекрасный день исполнится моя мечта. И я стану директором библиотеки, как мистер Стенглер. Ой. Это было круто, да, Джесси? Пирамиды, пустыня, мумии.
А вот она, книга по омегианскому футболу. Смотреть игру и играть — это разные вещи. Я больше люблю второе. Так, начнем. Счет 29-1. Поехали! Ну что, Джиз? Джиз? Давай, Бластер, я в игре. Эй, это было слишком быстро. Прости, Джиз. Мяч меня не слушался. Поймала. Отлично. Эй, я ловил мяч, а это похоже на нос. Ой! Наверное, мне нужно поупражняться в броске, да, Джиз? Ой, смотри, ты сломал нос статуи профессора Буквоеда, основателя библиотеки кумира мистера Стенглера. Кумира? Не могу поверить, что мы сломали статую профессора Буквоеда. Что будем делать, Бластер? Не волнуйся, Джиз, я кое-что придумал. Та-дам! Та-дам, если быть точнее. Мы должны рассказать мистеру Стенглеру о том, что натворили. Сказать ему? Ни за что. Он запретит нам появляться в библиотеке еще месяц. Ты прав. Месяц, если повезет. Это даже может быть год или два. Или даже 5 лет, или... Ах! Он может запретить нам появляться в библиотеке навсегда, Бластер! Ну, хватит. Мы просто сами починим бюст, Джиз. И никто не догадается, что он сломан. Я даже знаю, кто нам может помочь. За мной. Как-то здесь ветрено сегодня. О, нет! Я сломала статую! И вы мне говорите, что в библиотеку вход с собаками воспрещен. Но клоуны могут заходить туда, когда им вздумается. Запомни, Мел, тебя зовут Эдди, и ты с планеты Доркус. Что может быть хуже, не так ли? Ну же, Мел, нам очень нужна твоя помощь, чтобы починить бюст. Всего 5 минут, и ты свободен. Ах! О, нет! Профессор Буквоед! Его нет! Он не весь пропал. Здесь его нос. Но где остальная часть? Что я вам говорила? Никакого шума в библиотеке. Вы двое или трое? Я Эдди с планеты Доргус. Доргус. О, черт. А знаешь, мне кажется, что ты собака. Мисс Эсшеп, а вы знаете, куда делась статуя профессора Буквоеда? Я? Конечно, нет. С чего бы мне знать? Это все, что осталось от статуи. И еще, мисс Эшип, мы... Хотите сообщить директору о пропаже статуи? Ни в коем случае, дети. Я сама ему расскажу. Правда? Да, конечно, я настаиваю. Ну, он будет очень расстроен, а я работаю с ним уже много лет, поэтому я знаю, как правильно это преподнести. Ух ты! Спасибо, мисс Эшип. Вы очень добры. Это было еще не так страшно сказать мистеру Стенглеру, что статуя сломана, но теперь она еще и украдена. Что? Украдена? О, боже! Я не смогу сказать мистеру Стенглеру это. То есть, мы не совсем уверены, что она была украдена. Так? Вы правы, мисс Эшип. И кому только понадобилась сломанная статуя? Да, это очень странно. Загадочное исчезновение сломанной статуи профессора Буквоеда. Пошли, Джиз. Мел, то есть Эдди, нам нужно искать улики. Мы найдем бюст, мисс Эшип. Найдем. Мы сделаем все возможное. Эти дети очень отважные. Не уверена по поводу того мальчика с планеты Доргус, но те двое, если они способны найти улики и разобраться, кто стоит за всем этим, это будет замечательно, но...
Что, если мистер Стенглер узнает о пропаже статуи до того, как ее найдут? Катастрофа. Я должна взять это дело в свои руки. Немедленно. Мои сенсоры засекли какие-то металлические частицы, которые ведут к холлу. Но, Мел, они не ведут на улицу. Ты уверен? Я всегда уверен. Все сюда. Исторический зал? Этот след на полу очень ровный. Должно быть, вор поставил сюда статую. Вор взял одну из книг, которая стояла здесь. Это значит, что он работает в отделении инфракамер. Согласно данным компьютеров, принадлежащих библиотеке, книгу взяли недавно. Это книга об истории самой библиотеки, и она весьма интересна. Ты ее читал, Мел? Нет, это только вступление. История библиотеки очень интересна. Автор А.М. Шадинг. Ясно. К инфракрасным камерам! Наверное, это та самая камера. Ничего себе, где мы? Что это за место? Библиотека Александрии. Древний Египет. 4 век до нашей эры. Кто это сказал? Я, автор этой книги. Это моя обязанность рассказывать вам о... Не переживай. Я и сам могу предоставить кучу информации по всем библиотекам всех времен. Так что тебе не обязательно мне мешать. Ладно тебе, Мел, угомонись. У нас есть работа для тебя. Библиотека Александрии была самой первой библиотекой древнего мира. Она существовала всего несколько веков, но это было первое хранилище знаний, собранных со всего Египта, а также Греции и Древнего Рима. Свитки? Это не очень удобно, а? Да, это все-таки библиотека. Ластер, я вижу бюст. Он у того человека. Стой! Вор! Пользовательская команда перевернуть страницу. Нет, он перевернул страницу. И где мы теперь? И когда? Мы перенеслись в... Темные века. 580 год нашей эры. А, про него совсем забыл. Как они могут быть темными, если тут так светло? Эти времена прозвали темными из-за отсутствия новых знаний и открытий. Развитие человечества остановилось. Я этого не знал. Спасибо монахам, которые переписывали труды предков и сохраняли их для последующих поколений. Труды перешли последующим библиотекам вместо того, чтобы кануть в лету. Знаете, ребята, вам бы не помешало что-то вроде этого, чтобы было проще копировать. А как? Фотокопир. Упрощает труд. Демоны! Эй, этот безносый монах кажется мне странным. Не двигайся с места, жалкий воришка! Нечистая сила должна гореть в огне. Мы совершили очень страшную ошибку, Джиз. Не переживай, Мэл. Это совсем не смешно. Я не уверен, что знаю, что сейчас делать. Не переживай, Мэл. У нас кое-что есть. Мой портативный дробитель. Отлично, Джиз. Мы выберемся отсюда. Да! Это взрыв! Вон, тот самый воришка. Команда, перевернуть страницу. Ну что? И где же мы теперь, умник за умник, автор этой книжечки? Вы так добры. Сейчас мы... Мы перенеслись в средневековую Англию. Сейчас стоим у первой общественной библиотеки. Да. Я поняла, слово «общественное» весьма важно. Ведь сюда имели доступ как богатые, так и бедные. Образованные и не очень. Это означало, что все желающие могли получить знания. Как вообще можно что-либо читать под этот раздражающий колокольный звон? Звон доносится оттуда.
И звонит в колокол сам вор. Сначала ты похитил бюст, а теперь хочешь похитить колокол 19 века? Тебе это не удастся! Мисс Эшен? Мисс Эшен! Я думала, что вы никогда не найдете бюст внутри этого колокола. В чем дело, мисс Эшен? Я хотела спрятать бюст только до того момента, как придумаю, что сказать мистеру Стенглеру. Я не хотела, чтобы меня вышвырнули из библиотеки за вранье. Вышвырнуть вас из библиотеки? За что? За то, что сломала бюст профессора Буквоеда. Это же я его сломала. Сегодня я случайно врезалась в бюст на своем мобиле, и у него отвалился нос. Это я виновата? Это моя вина? Нет, не ваша, мисс Эшеп. Это мы сломали нос, а не вы. Мы хотели починить его, пока никто не заметил. И мы позвали нашу робособаку, чтобы она нам помогла. Да, и похоже, что вы все пытались прикрыть свои ошибки, так? Да, так, Эдди, ты прав. И мы сделали только хуже. Молния! Вот это взрыв! Ой, эта книга очень реалистична, не правда ли, дети? Тут даже идет дождь прямо как в средневековой Англии. Что происходит, Мэл? Невероятно. Этот разряд повлиял на молекулярную структуру бюста и превратил его в магнит. О, нет! Он же притягивает металлические объекты, а я металлический! Ого! Что случилось? О, боже! Камеры не работают, когда поблизости магниты! Бюст профессора стал магнитом и отключил камеру! И он также может повлиять и на меня, я не буду работать! Если бюст доберется до компьютерного зала, он испортит все инфракамеры. Не волнуйтесь, мисс Эшеп, мы остановим его. Но ваша помощь тоже нам понадобится. Ой, это же компьютерный зал. Я веду бюст прямо туда, но я не могу сейчас остановиться. Куда он исчез? Работает! Весь этот металлический хлам заставляет бюст удаляться от компьютерного зала. Но становится не менее страшно. Бластер, сюда! Что произошло? Почему он упал? Мы узнали это из энциклопедии магнитов. Мисс Эшеп нашла книгу о магнетизме, где сказано, что сканеры, подобные этим, имеют свое электрическое поле. Оно способно разряжать металлические объекты. Или куча металлических объектов, как в нашем случае. И в моем тоже. Мистер Стенглер! Что? Что, черт побери, за хлам здесь валяется? Что за бардак? Сэр, я могу объяснить. Видите ли, я... Что? Нос профессора Буквоеда снова отвалился. Снова? Да, я уже потратил много времени, чтобы его починить. Видите ли, робот-уборщик уронил его с пьедестала. Да? Я прошу прощения, что не рассказал вам, мисс Ашер. Я был опечален этим происшествием. Я также поступила, сэр. Когда я решила, что сломала бюст, я попыталась его спрятать от Бластера и Джесси, которые тоже думали, что сломали бюст. Ну, по крайней мере, вы извлекли урок из этого. Библиотека для этого и существует. О, спасибо, сэр! И вам, Бластер и Джесси! Есть у вас одно качество, мисс Эш, которое определенно нравится всем.
Вы как своеобразный магнит для детей. Вот и все. Профессор Буквоед, как новенький. Вы будете рады узнать, что мы только что получили книгу «Расследование побега из зоопарка». Не хотите быть первыми, кто ее прочтет? Нет, спасибо. С нас сегодня достаточно книг. Мы пойдем в секцию старых книг, где можно почитать их по старинке. Тихо.